Всем привет! Вы на канале «В гостях у Ли». И сегодня я буду открывать куклу, почти что похожа на Рапунцель. У нее такие длинные волосы, рост ее. У нее есть корона и красивое ожерелье. Ну зачем же так просто рассказывать? Можно же открыть и поближе ее посмотреть. Сейчас мы откроем нашу куколку и поближе рассмотрим. Ладно, это ладно. Ее еще нужно освободить от все ее принадлежности. Тут, а нет, сзади она никак не подвязана. Красивое ожерелье, корона тоже розовая, красивая, пояс тоже такой золотой, красивый, большой такой, волосы такие белые, тут уже у нее косички две заплетены, волосы вообще прям такие длинные, красивая кукла. Сейчас тут еще ожерелье можно снимать и можно надевать на другую куклу. Ожерелье такое красивое. Сейчас попробуем, если корона снимется, значит снимем еще и корону. Вот такая еще корона красивая, тоже розовая. Платье такое пышное, розовое. Туфли покажи какие-нибудь. Туфли тоже вот. Такое длинное платье, что уж туфли не видно. Розовые. Ну, тебе нравится кукла? Да, нравится. Только я не знаю, зачем ей такой большой пояс? Кстати, сейчас наденем ожерелье и все такое. И корону еще вот. Где там? Вот так. Ой. Вот все. Вот так. И можно заплетать тоже косички там. Пожалуй, я заплету одну сейчас. Они такие... Ой, ребята, мы же забыли достать расческу. У нее еще в наборе идет расческа. Сложно. Так. Такая большая расческа, на ней Барби нарисована. Картинка. Такие вот. Большая расческа. Ей очень удобно расчесывать волосы. Прикольная расческа тоже, нежно-розовая. Заплету ей одну косичечку и покажу, как это будет. Сейчас я попробую так быстренько сплести ей косичечку, чтобы он долго... Там ее можно будет еще, там можно из хвостика там гульки всякие делать, хвостики там, в общем, что хотите,
Что ей можно взять? У нее такие длинные волосы. Я это уже повторяю 100 миллионов раз. Очень длинные. Они, правда, как кукла сама с размером. Точно такие же. Мне еще вот еще чуть-чуть осталось. Меньшая часть. Так. Все. И можно закрепить какой-то там, можно резиночкой, можно заколочкой. Я вот, пожалуй, возьму одну заколочку. Я заколочкой закреплю ей волосы. Вот такой вот, две звездочки. Сиреневая заколочка. Ой. Вот так. Вот. Красивые у нее волосы, белые такие. Она очень похожа на Рапунцель. Ну что ж, если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!